Я напомню, что несмотря на то, что путинские чиновники часто говорят о России как о сырьевой сверхдержаве, на самом деле первое место в мире по объемам добычи природного газа 2008 года занимает именно США. И, кстати, с 2015 года США, а не сырьевая сверхдержава Саудовской Аравии, тем более не Россия, занимает первое место в мире по объемам добычи нефти. И то, и другое стало возможно благодаря сланцевой революции. Это добыча сланцевого газа и сланцевой нефти. Опять же, в свою очередь, эта добыча основана на том, что во многих штатах США бизнес до сих пор прост, а частная собственность до сих пор священна. Купил землю, делай на ней что хочешь. Хочешь бурить дырку – бури.